хто з вас вже був на заходах суду, які ми проводимо, хто сьогодні перший. Тому коротко розкажу вам про те, що таке суд, для чого він був створений, яка наша місія, цінності, що ми робимо, для чого ми це робимо. Місія суду є створення сприятливого бізнес-клімату в Україні. Ми кажемо, що бізнес – це вірус. Він розмножується там, де створені для нього сприятливі умови. Ким ми хочемо бути? Наша візія. Ми хочемо бути найпотужнішою силою українського підприємництва. Як ми виглядаємо сьогодні? Сьогодні це понад 800 успішних компаній, українських компаній з усіх регіонів України, незалежно від сфери їхньої діяльності або напрямку їхньої діяльності. Як ви бачите, Одеський регіон у нас зараз це 40 компаній. Перший напрямок, яким ми займаємося, це лобіювання. Свій час, коли був створений СУП, його засновники подивилися на те, які організації були успішні у лобіюванні. Це були або організації, які лобіювали європейський бізнес, або американський бізнес, але не було такої потужної сили, яка б могла би лобіювати українського підприємства, підприємця, його інтереси. Саме тому був створений СУП. Для того, щоб активно працювати, ми створили комітети за галузями. Якщо ви побачите, це дуже широкий спектр бізнесів від агробізнесу, завершуючи IT-бізнесом. У своїх комітетах бізнеси можуть обговорювати нагальні проблеми, розробляти шляхи їх вирішення і таким чином формувати позицію суд, з якою ми йдемо до органів влади. І наше завдання – зробити так, щоб позицію наших учасників було враховано. Як ми це робимо? Ми зустрічаємося із органами влади усіх рівнів. Це і зустрічі із прем'єр-міністром, це зустрічі з головою антимонопольного комітету, з бізнес-омбудсменом, з головою Служби безпеки. По суті, будь-які питання, які є у нашого учасника, ми маємо прокомунікувати і донести позицію. Нещодавно у нас відбулася зустріч вже з новим президентом України Володимиром Зеленським, де ми також озвучили свої топ-10 вимог бізнесу до влади. Ці топ-10 вимог були сформовані нашими учасниками під час загальних зборів учасників СУПу. Якщо подивитися, у нас вже є досить багато успіхів. Ну, наприклад, ми лібералізували здійснення касових операцій. Хто не знає, книга «Кора» вже нарешті відмінена, забудьте про неї. Ви можете не вклеювати, не роздруковувати ці чеки, а зараз це можна робити онлайн. Ми вже відмінили таке застаріле цінове регулювання послугів нотаріусів. Якщо комусь потрібно оформити нерухомість і вам нотаріус каже, що ви зобов'язані платити 1% державного мита, кажіть йому, що це неправда. Ви не зобов'язані це платити, і це зробив суд. Також ми дуже багато працювали над запровадженням ризик-орієнтованого підходу. Ми знаємо, що ще багато треба працювати над імплементацією. Ми не спішимо зарахувати собі зірочку, що ми це зробили. Ми розуміємо, що від законодавства до його впровадження у нас ще дуже багато кроків, і ми їх зробимо обов'язково. І також нашим пріоритетом є перехід на електронний документообіг. Буквально сьогодні, в п'ятницю, була вже прес-конференція, під час якої презентували затверджені зміни, згідно якої електронна товарно-транспортна накладна нарешті впроваджена в Україні. Раніше, хто колись займався цією діяльністю, знає, що треба було оформлювати 4 примірники цієї товарно-транспортної накладної, обов'язково один загубиться, і потім знову по всім своїм контрагентам треба було підписувати. Партнерство. Для нас це дуже важливо, тому що СУП об'єднує 800 підприємців, які мають неймовірний потенціал до взаємодії один до одного. Саме для цього ми створили такий сервіс на сайті, він називається «Купую своїх». Ви можете зайти на наш сайт, подивитися вже безпосередньо пропозиції, які надали наші учасники. В чому суть? Ви, як учасник СУПу, можете надати свою інформацію про те, хто ви такі, чим ви займаєтеся, і які спеціальні знижки ви пропонуєте для інших учасників СУПу. Тобто це дуже вигідно і для того, щоб закуповувати товари, послуги, і для того, щоб їх продавати і просувати свою компанію далі, щоб вона була більш пізнаною.
Так виглядає сервіс. Ви, якщо зайдете, можете відсортувати за напрямком діяльності, наприклад, зайти в транспорт і логістику і знайдете там спеціальні знижки від компанії Fialan, яка займається допомогою у експорті в Китай, наприклад. Заходьте, дивіться. Я думаю, що з часом ми будемо тільки збільшувати ці пропозиції. Я впевнена, що цей сервіс буде мати успіх серед наших учасників. На жаль, у нас є такий напрямок діяльності, як захист бізнесу. Ми зобов'язані цим займатися, тому що є випадки, коли і наші державні органи роблять якісь протиправні дії щодо наших підприємців, або навпаки, є випадки рейдерських захоплень. Ви тут побачите 6 випадків, в яких ми допомогли наших учасників, але насправді їх набагато більше. Не завжди компанії відкриті і дають нам можливість так відкрито комунікувати щодо їхнього захисту, але повірте, таких компаній дуже багато. Наприклад, Credence і Konya – це були рейдерські захоплені компанії. Минулого літа Credence захоплено шляхом неправомірної перереєстрації прав власності, а Konya була просто рейдерська атака на підприємство і спроба захопити потужності виробничі. У нас є підписаний меморандум з СБУ і створена спеціальна робоча група для того, щоб дуже оперативно розглядати будь-які випадки тиску на підприємців, які є учасниками суду. У нас підписано меморандум про співпрацю з антимонопольним комітетом. Завдяки цьому меморандуму вони змушені реагувати дуже оперативно на наші запити. І дуже багато компаній, які зверталися з якимось скаргами, отримували швидко відповіді, допомогу і захист. Це наша інформація така загальна, які були ще зроблені кроки у законотворчій діяльності в цьому напрямку. І останнє, що я хотіла би сьогодні презентувати, це вперше, ми про це говоримо. Нарешті у нас створений сервіс «Саппорт», він називається. Це спеціальна гаряча лінія, яка працює 24/7. Це вже наш телефон, будь ласка, помітьте собі, сфотографуйте. З 1 серпня він вже повноцінно запуститься і буде працювати. Будь-який учасник СУП, якщо в нього сталося, наприклад, не знаю, рейдерське захоплення відбувається, або якісь державні органи прийшли на перевірку, ви можете набрати цей телефон і отримати першу безкоштовну юридичну консультацію. Вам розкажуть, які документи має надати вам перевіряючий, що ви будете перевіряти, де він має розписатися, в яких в нього обліку перевірок, які права маєте ви і що ви можете від нього вимагати. Перша безкоштовна консультація юридична для всіх учасників СУП. У нас є ще 2 основних напрямки нашої діяльності у СУП, але в цих напрямках у нас дуже успішний Одеський регіон. Тому я передам слово Олександру Соколову, нашому регіональному представнику СУП у Одесі, який розкаже про нетворкінг, про розвиток, про те, яку діяльність робить він, його команда у Одеському регіоні. Багато з вас вже з ним знайомі, хто не знайомий, будь ласка, обов'язково сьогодні підійдіть і познайомтеся. Олександре, будь ласка, запрошую вас, вам слово. Здравствуйте. Я хотел бы продолжить немножко презентацию, но в первую очередь хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня нашли возможность прийти на эту встречу. Особенно хотел поблагодарить участников борда Союза украинских предпринимателей, потому что я считаю, что они своим личным примером как раз показывают нам те ценности, показывают тот вид предпринимательства, который, наверное, каждый бы из нас хотел видеть в таком предпринимателя в таком ключе и в таком виде, как члены нашего Союза украинских предпринимателей. Но сейчас поговорим немножко о нетворкинге, о ценностях, которые могут получить участники нашей спилки. Ну, в первую очередь, хотел бы остановиться на таком мероприятии, которое проходило на СУБИ форум. Тут есть люди, я вижу, которые присутствовали на этом мероприятии, члены нашей спилки. У нас было более 700 участников. У нас было очень много крутых спикеров, у нас было много журналистов, говорили о практике, о практичных кейсах.
очень было крутое мероприятие. Я считаю, что те, кто не попал, особенно кто является членами СУПа, ну, потеряли очень много полезной информации. Что удалось сделать нам, начиная с ноября 2018 года, лично мне и моей команде, как представителям Одесского региона? Мы проводили несколько company visit. Мы очень сильно направляем свое внимание на развитие одесского представительства, чтобы у нас уже полноценно заработал HR-клуб, у нас заработал маркетинг-клуб. У нас пока что под вопросом, кто у нас возглавит пиар-клуб и клуб корпоративного управления. Но это решение будет принято в течение этого месяца. У нас работал HR-клуб уже 3 или 4 встречи. Я вижу лица, которые у нас многие были на этих встречах. Мы свои встречи организуем всегда таким образом, чтобы они приносили пользу тем, кто приходит. Потому что раскрываем вопросы, например, по трудоустройству сотрудников, как правильно вести. Мы говорим про креатив, мы говорим про такую вещь в бизнесе, как экспорт, как работать с персоналом, с вовлеченностью персонала. Мы раскрывали эту тему, была очень интересная встреча. Мы говорили про наш Одесский регион, в ключе того, что у нас присутствует летний сезон, когда у нас сотрудники начинают мигрировать, да, из компании в компании, как этому противостоять. У нас была очень интересная встреча с господином Савчуком, именно настоящая рабочая, обучающая встреча, где я видел, что все участники, ну, реально работали на этой встрече, записывали, были очень классные кейсы, что можно было быстро взять и применить прямо у себя в компании, прямо сейчас. Мы говорили про Google Map, у нас были гости из Киева, мы говорили, как увеличивать продажи. У нас был круглый стол, посвященный развитию туризма и проблемам, наверное, скорее проблемам развития туризма в Одессе. И у нас было уже 2 такие встречи, где были и представители Министерства туризма, и были представители, и владельцы, основатели связанного с этим рода бизнеса. Это ательеры, рестораторы. В общем, мы проделали огромный труд для того, чтобы популяризировать идею объединения, чтобы бизнес действительно мог объединяться и не быть какой-то такой разрозненной группой лиц, да, чтобы это все-таки мы, когда все объединяемся, у нас есть, как сказала уже Татьяна, инструменты, которые могут наши какие-то проблемы, наши заботы доносить до самого верха, до именно власти, которая создает законы, да, и мы можем на это влиять. Чем больше будет нас среди членов таких объединений, потому что тут присутствуют и представители других объединений, бизнес-объединений, да, бизнес-клубов различных, мы свою стратегию также на ближайшие полгода планируем на коллаборацию с такими объединениями, чтобы вот эта идея предпринимательства в Одессе, объединение предпринимательства, начинала, я считаю, только зарождаться, потому что проделано много работы, но еще не так, как не столько работы, сколько могли бы и сколько еще обязательно проделаем. Поэтому по вопросам присоединения, ну, можно ко мне на странице Facebook добавиться, я думаю, или в главный офис, я думаю, что мои контакты есть, номер телефона. У нас по регламенту после встречи в 5 часов будет нетворкинг на втором этаже, будет в свободном режиме встреча, я думаю, что дальше уже модератор более точно скажет, и сможем пообщаться, кто захочет. Я хочу вернуть слово Татьяне вам. Большое вам спасибо за то, что вы сегодня пришли. Дякую, Олександре. Я хочу запросити на сцену Олександра Доброєра, концепт-стратега в маркетинговому агентстві «Обрані», програмний координатор фестивалю «Ідей», модератора лідерських семінарів «Аспен Інститут Київ». Олександр. Дякую. На цей час я беру слово з вашої подачі. Я хотів би сюди запросити, по-перше, В'ячеслава Клімова для такої урочистої події вручення свідоцтва регіонального представництва для Одеської філії. Добрий день, коллеги.
Я не воспримите за провокацию, я хотел бы начать с языкового вопроса. Как комфортно аудитории, украинская и украинский язык или... Как удобно спикеру. Как удобно спикеру? Русский, конечно. А, окей, русский, слышу. Потому что, в принципе, с 16 числа, по крайней мере, в моей индустрии, ми маємо вітатися з вами українською, але коли ви попрохаєте нашого оператора перейти на російську, то ми перейдемо. Но это что касается моей индустрии, по-моему, во многих индустриях это будет позже. Я действительно, вот сейчас мне выпала честь вручить этот сертификат. Мы много сегодня будем рассказывать о СУПе, но в том числе мы двигаемся активно в регионы, и для нас очень важно найти в регионе правильного лидера, человека, который будет драйвить активности СУПа в регионе, который будет рассказывать, доносить, что такое СУП. И вот когда у нас появился Александр, которому я сейчас вручу это свидетельство, у нас была даже дискуссия, да, в СУПе, вот, как нам найти баланс между лидерством, известностью в регионе и активностью, потому что членами СУПа из знаменитых одесситов являются Владислав Гурда, или Дима Казавчинский, или Андрей Ставницер. Да? И вроде бы надо было бы приглашать их стать одесскими лидерами. Но, во-первых, это действующие бизнесмены, которым более чем есть заниматься чем. И поэтому нам нужно было найти действующего предпринимателя. Но предпринимателя, по большому счету, я бы сформулировал, что предпринимателя будущего, который растет и который очень заинтересован в том, чтобы и СУП, и он сам, и бизнес-комьюнити в Одессе развивалось. И мы нашли Александра Соколова. Я считаю, что во многом, это точно один из лучших наших региональных представителей, и я желаю ему успеха. Благодарю за тот огромный труд, который он проделывает, и будем рады вручить ему такое свидетельство. Так, спасибо. Спасибо большое, Александр. Вячеслав, я прошу вас остаться. У нас сейчас будет небольшой разговор. Вячеслав Климов, соучредитель новой компании «Новая почта» и президент Союза украинских предпринимателей. Я прошу занять место также здесь, в этой части зала, хотел сказать президент, какой же это президент, в этой части зала. Владимира Цоя, вице-президента Союза украинских предпринимателей, соучредителя группы компаний MTI, а также членов советов директоров СУП. Это основателя и президента корпорации «Биосфера» Андрея Стесенко, Анатолия Захаровича, главы наблюдательного совета компании UrPay и Валерия Контруха, серийного предпринимателя и инвестора. Мы хотели, планировали эту встречу построить таким образом, чтобы поговорить о ценностях ассоциации, о ценностях коллаборации, о том, что, собственно, и те, кто сидит здесь, нашли для себя ценного этой коллаборации, и что их подтолкнуло к этому, и что может быть полезно, в общем-то, для различных отраслей, которые будут, захотят сотрудничать с ассоциацией. И этот разговор построен таким образом, что, в общем-то, у нас есть спикеры, которые говорят, но мы приглашаем зал к разговору, к тому, чтобы задавать вопросы, то, что интересует, собственно, нас здесь, в Одессе, то, что болит нам в наших отраслях,
задавайте вопросы, интересуйтесь. В общем-то, здесь те люди, кто известен не только как члены Союза украинских предпринимателей, но которые до того, как стать членами директората, уже во многом сбылись как предприниматели, и интересны нам также и это. И мой первый вопрос к вам, в общем-то, и к Вячеславу, как одному из инициаторов Союза украинских предпринимателей, и, собственно, каждому из вас. А что вас, в общем-то, состоявшихся успешных бизнесменов побудило к тому, чтобы начать думать о вот этой коллаборации, о необходимости объединяться в подобный союз? Что послужило толчком, импульсом? Спасибо. Более трех лет тому назад начал, это было, в принципе, очень активное время, да, для разного рода объединений или попыток объединений. И достаточно ситуативно такая начала формироваться группа бизнесменов, украинских предпринимателей, которые начали общаться между собой и делиться ощущением роли вообще украинского бизнеса в обществе. И хорошая новость была, что как все объединения тогда, они, начинали между собой разговаривать люди, которые знали друг друга лично и знали, что этот человек не подведет, и с ним можно разговаривать, и разговаривать откровенно. И так получилось, что объединились, начали между собой общаться люди, которые были то, что называется self-made, потому что и потом это все вошло в наши ценности. По сути, мы отразили портрет наших вот этой группы, мы отразили наших ценностей. То есть мы поняли, что нас объединяет. Первое, мы не работаем с бюджетом, как с источником дохода. Можно это назвать так интеллигентно, можно сказать, что здесь собрались люди, которые не крадут из бюджета. Потому что в Украине много бизнесменов, которые считают, что бизнес – это присосаться к бюджету. Это здесь собрались люди, которые не работают с бюджетом. Это люди, которые создали свои бизнесы не на приватизации. Здесь нет ни одного предпринимателя, который бы приватизировал завод, который раньше существовал, да? До того, как Андрей Здесенко стал предпринимателем, Фрэнк-Бок не существовал. Она существовала в другой ипостаси. Магазины Интертоп не были приватизированы Володей, потому что их не существовало, в принципе. Да, программные продукты или фармацевтические предприятия или аптеки, которые сделали Анатолий и Валера, их тоже не существовало. Поэтому мы сделали наши бизнесы, мы сделали сами. И мы занимаем активную позицию. И вторая, такая, наверное, базовая идея, которая тогда была, которую мы почувствовали, что у украинского бизнеса нет какой-то одной точки входа, например, для власти и для общества. Если вы вспомните, какие были бизнес-объединения тогда. Были и остаются наши коллеги из американских и из европейских компаний. Это Европейская бизнес-ассоциация и American Chamber. То есть это были как бы западные инвесторы здесь представлены. А украинский бизнес здесь был, или такой себе бизнес, да, он был представлен объединениями, достаточно сложными, да, и с разными отраслевыми, или с целым таким шлейфом какой-то сотрудничества с властями всеми, да, это был и ОСПП, и там Федерация работодателей и так далее. Они есть и по сей день. Но нам показалось, что вот таких чистых бизнесменов, как какими являемся мы,
У нас не было такого единого голоса. И мы решили этот голос создать для общества и для власти в первую очередь. Потому что, ну, давайте вспомним эту старую, да, почти детскую притчу про как там, ломали прутик, да, один, или попробуй сломать большой пучок. То вот мы поняли, что вот этот большой пучок украинских, чистых, настоящих бизнесменов должен объединиться и сказать власти о том, что мы будем рассказывать власти о том, о наших интересах. Достаточно быстро нам это... Я много говорю уже, Саша? Нет, вы говорите хорошо, но... Вы меня можете прерывать, потому что я могу остановиться до открытия кинофестиваля. Я вас немножко прерываю. Спасибо. Спасибо вам. Мы еще будем возвращаться, для того, чтобы у нас немножко было динамичнее обсуждение. Я услышал в ваших словах два таких пункта, которые для меня, первое, особенно ваше, сказали, что мы объединялись с людьми, на которых можно положиться. Для меня здесь в основе ценность доверия. И, может быть, когда кто-то будет еще об этом говорить, да, может быть, кто-то захочет сказать что-то о том, как в этой среде бизнеса, где есть конкуренция, да, как созидать доверие. А вторая вещь, она прозвучала, может быть, вы об этом хотели или не хотели сказать, но вот по поводу этих прутиков, которые вместе не сломать. Я услышал об этом ценность, вот о которой уже Татьяна говорила, что это защита бизнеса, что в принципе один из мотивов это был, в общем-то, наверное, защита себя, да, от каких-то таких вот агрессивной среды, назовем ее так, которая существует для бизнеса. Спасибо. Уж Андрей был упомянут, может быть, и подавал реплики о Фрекен Боб, которая перешла из одной ипостаси в другую. Что вас, Андрей, побудило, в общем-то, участвовать в этой инициативе? Я хочу сказать о том, что помимо биосферы, достаточно крупная компания, есть два небольших бизнеса, потому что не хочу, чтобы сложилось мнение, что здесь такие взрослые ребята сидят, большие бизнесы, ну, понятно, им нужно лоббировать, они объединяются. У меня есть два ресторана «Вапиано» на сегодняшний момент, это мировая франшиза, и мы развиваемся, и сеть «Любого харизма». Да, то есть это небольшие, сравнительно региональные бизнесы, и их тоже развиваю, поэтому, в общем-то, не смотрите на нас, как на проекцию каких-то там больших рыб, да, которые там где-то плавают, и вот отсюда происходит вообще. Никогда не поздно начинать сначала. Безусловно, да. Я и в том числе как крупный бизнесмен и стартапер, да, я всегда нахожусь в этой позиции. Вот. Что на сегодняшний момент, я считаю, нужно украинскому бизнесу, в общем-то, как и любому бизнесу. В первую очередь, это неприкосновенность частной собственности и безопасность. Это основа любого бизнеса, для того, чтобы мы могли смотреть будущее и не боялись, потому что многолетний страх о том, что тебя отберут, разорвут, рейдернут, это тот ограничительный фактор, который просто убивает на корню бизнес, инвестиции и просто лишает веры в среду, которая, в общем-то, я считаю, вытащит Украину. И второе, то, что безумно нужно предпринимателям, это общение, это развитие, это обмен опытом, это выход за рамки региональный. Это возможность понимать, как работают бизнесы все украинские, как работают бизнесы международные. И, конечно, это обмен опытом, синергия, идеи. В общем-то, для этого я считаю, что и создавался СУП, почему биосфера присоединилась, стала членом СУП. Я не являюсь учредителем, я являюсь на 2 года членом совета директоров. Меня пригласили, я считаю, что опыт, знания, идеи способны быть внеском, вкладом в общее дело, поэтому я здесь. И когда я был маленьким предпринимателем, я создал бизнес с нуля за 20 лет, за 5 лет, за 7 лет, это харизма, Вапиано. Для меня безумно важно было обмениваться, где я могу найти опыт, найти знания, где я могу учиться, у кого я могу учиться. И у меня просто не было доступа. Не было доступа к таким, как я сейчас, не было доступа к таким, как Слава сейчас, как ребята. СУП – это среда, в которой вы можете учиться, смотреть, общаться, задавать открытые вопросы, приезжать, быть вкладом, быть на этом месте через несколько лет. Это тоже, в общем-то, достаточно большая гордость и тоже experience. Вот, поэтому среда. Среда, в первую очередь, и защита. Вот эти две вещи, я считаю, они ключевые
для СУП возможность учиться, обмениваться. Например, с компанией «Карматех», которая на сегодняшний момент владеет 30% рынка Украины в кормах для животных, компания «Феномен», учредителем которой является семья «Вовк», мы в рамках СУП на прошлом Львовском джазовом фестивале определили, что есть потребность в рынке создания товаров гигиены для ухода за домашними питомцами, да, и в общей дистрибьюции. Вот сейчас этот продукт создан, называется Like It. Это все, что связано с чистотой и гигиеной, пакеты, влажные салфетки, средства для уборки после домашних питомцев. Этот проект создан, он создан в партнерстве и сейчас будет дистрибьютироваться совместно с этой компанией. Поэтому у нас есть ряд программ, связанных, давайте покупать у друг друга, поддерживать друг друга, давайте смотреть синергии, потому что достучаться до большого количества людей, предпринимателей в сфере, в которой вы можете создать уникальные проекты, и они выстрелят, достаточно сложно, да, потому что СУП, в первую очередь, это такая, ну, ассоциация доверия, мы четко понимаем, кто сюда входит, мы понимаем локальных лидеров, которые могут что-то посоветовать, и это просто турбо для любого бизнеса с точки зрения коммуникации, с точки зрения возможностей для партнерства, для защиты. Я считаю, что вот это ключевые аспекты, которые на сегодня, пожалуй, единственная ассоциация, которая способна Украине предоставить. Поэтому действительно здесь огромное количество возможностей для, в первую очередь, для развития безопасности. То, что мы себе ставим как ключевой целью члена совета директоров. Спасибо большое. Вы тоже говорите о ценности безопасности, но я услышал также, что это нетворк, и это такая площадка, которая сокращает расстояние между предпринимателями. И здесь прозвучала тоже такая ценность, что здесь существует возможность обучения. Быть может, кто-то потом об этом тоже захочет сказать, потому что я знаю, что в планах регионального развития, ну, и клубная деятельность, и какая-то обучающая деятельность, это планируется, и что может быть представлено. Кроме того, я благодарен вам за этот пример с «Карматехом», потому что я знаю, что у каждого из вас существует какой-то уже кейс, который вам за недолгое время существования, собственно, Союза уже произошли какие-то коллаборации внутри. Я знаю, что у Анатолия есть пример коллаборации с «Новой почтой», у Владимира это связано с электронными товарно-торговыми накладными и так далее, и так далее. Вот эти вопросы решались. Быть может, вы об этом тоже захотите что-то сказать. И я передаю микрофон Тернан на вашу часть поля. И наш вопрос, да, что дает участие в, что для вас такая ценность в том, что вы присоединились к СУП? Ну, так получилось исторически, начала говорить, 3 года назад. Задумали, я тоже не среди фаундеров, мы работали с «Новой почтой», как они маленькие партнеры, да. Естественно, как только было объявлено, что есть СУП, мы тут же, как говорите, доверились, да, что фаундеры поступили правильно. Поэтому, естественно, присоединились. Когда присоединились, то среди друзей, которых там увидели. Ну, я хочу сказать, что ассоциаций много, да, отраслевых. Я 30 лет в IT, я был во многих ассоциациях, но это совсем другой климат, ну, скажем так. А что ценного вот в этом климате? Ну, раз в году встретиться, поднять руки, проголосовать, переизбрать и так далее, но это осталось как бы, ну, с хорошего Советского Союза, да, но это неинтересно. А здесь что? Драйв. Поэтому, когда мы встретили тут, например, тот же LX, Promoa, то наш опыт в платежных системах позволил вот в тройке, там, «Новая почта», LX, мы сделали, например, безопасную сделку, mm-hmm. которая вот работает, да, которая теперь работает и у, ну, под другими названиями, да, скажем, но идея как бы оплаты, которая не поступает сразу продавцу, и там и продавец, и покупатель защищены. Вот, это все шло и идет через «Новую почту» с точки зрения того, что получил клиент, и достоверность. Ну, как бы, опять вопрос безопасности и доверия, только уже в этом для клиентов. Да, вот, хочу поддержать Андрея, хочу сказать, что вот 30 лет в IT, и вдруг я стартап в области фармацевтики,
Вот. Тут Валера как бы мне помог ликбез 3 месяца, да? Вот. Поэтому не надо бояться, надо начинать, это интересно. И как раз вот создавали, когда мы думали вот о создании группы для своих, мы хотели, чтобы ну, вопрос не только скидок для своих, но когда что-то есть хорошее, и хочется, чтобы об этом узнали все наши как бы, друзья, которые в этой находятся в спилке, да, там, в этом сообществе, для того, чтобы было понятно, что если я покупаю у этого, то в принципе это ну, не обман, это нормальный товар. Да, там, опять же, это ценность доверия. Знаете, что меня вдохновляет, вы сказали о драйве, а что меня вдохновляет, я уже слышал несколько раз это слово «стартап», и обычно у нас, ну, как-то так, стартаперы, это они представляют, что это такие вот молодые, немного хипстерского вида гики такие, которые вот что-то там вот делают, и видеть вас уже, вот людей, которые сделали бизнес, уже такой устойчивый, большой, но в других областях, и вдруг, нет, так это классно, это именно вот тот драйв, о котором вы говорите. И я бы тогда попросил передать микрофон Валерию, о котором вы упомянули, потому что вы говорите, что за 3 месяца ликбеза, как вы так подтягиваете стартаперов за 3 месяца, расскажите, и может быть об этой обучающей части ассоциации. Одесса, всем привет. Не секрет, что Одесса, в принципе, является меккой предпринимательства в нашей Украине, не только в Украине. Я в этом уверен абсолютно. И очень приятно, что сегодня вы пришли не только нас послушать, я надеюсь, позадавать очень интересные вопросы и надеюсь, что мы сможем чем-то, в чем-то вам подсказать. СУП. Как один из фаундеров СУПа, сегодня Вячеслав очень правильные вещи сказал, я был инициатором в том числе, после того, как я вернулся из политики. Я занимаюсь бизнесом больше 25 лет. 6 лет я был в политике в этом периоде. За этот период времени бизнес произошел один из бизнесов, практически дефолт. Когда я вернулся в бизнес, мне пришлось все начинать с нуля. И это происходило, скажем так, очень непросто. И почему я вернулся в бизнес и почему я не вернулся обратно в политику? Очень все просто. Я убежден, что Украина как страна имеет будущее только в случае одном. Если экономику этой страны, нашей страны с вами, будем строить мы, никто другой. С самого маленького бизнеса, с самой палатки, которая стоит где-то на улице, с большого бизнеса, который не будет залазить в бюджет. И кто-то должен это все объединять. Объединять чем? Не тем, что мы там такие крутые, сделали большие бизнесы, мы платим очень большие миллиарды налогов, бюджет и так далее. Нет. Именно возможностями, которые мы готовы давать, как спилка украинских предпринимателей, всем, кто хочет в этом участвовать. Что такое возможности? Сегодня их очень много. Каждый день, каждый час вы можете зайти в YouTube, вы можете зайти в Facebook, вы можете научиться у кого угодно. У Алекса Яновского, у Хартмана можно перечислить немереное количество тренеров, которые реально говорят очень правильные вещи. Мы ходим на эти мероприятия, мы их слушаем. Зачастую предприниматели, которые неопытные, не применяют эти знания в работе. Это связано с разными вещами, это человеческий фактор. Так вот, СУП имеет уникальную возможность с вами и с теми, кто долучается до СУПа, давать это на практике. Вот все, что вы слышите, все, что вы воспринимаете, все, что вы впитываете, вы имеете возможность увидеть, как это происходит на практике. Начиная от стартапа, заканчивая большим бизнесом, который требует каких-то преобразований, который требует изменений, который, возможно, требует даже стратегии изменений. Это все есть у нас в СУПе, потому что компания в СУПе есть от малого до велика и на нору. Это уникальная возможность, по моему мнению, в Украине. И ни одна спилка, ни Европейская бизнес-ассоциация, ни американская, никого не хочу обидеть. Но ни одна спилка не имеет такой уникальной возможности. Это первое. Второе. Что еще мы имеем, какую еще возможность мы на сегодняшний день даем СУПам тем, что мы, скажем так, можем, ценности наши, это самое важное. Мы ратуем за то, чтобы в стране Украина политики, те, кто у власти, не залазили в наши карманы.
Вот там примеры мы видели, да, то есть их не один, не два. Мы очень жестко начали действовать в этом плане. Не всегда это удается, не всегда это просто. Но мы точно не позволяем и бьем по рукам власти залазить к нам в карманы. И мы это делаем не только в отношении к своим компаниям, а ко всем компаниям, даже если они не находятся пока членами СУПа. А те, которые как члены СУПа, это вдвойне. То есть вы задаете уже как бы новые правила, формируете новые правила игры, и в ассоциации те, кто они больше пользуются разными возможностями, но это не значит, что ассоциация существует только в закрытый клуб. То есть те правила, и что, о чем вы говорите, ими могут пользоваться и другие компании. Обязательно мы приглашаем. Мы не говорим, что вот только закрытый наш клуб, там СУП и так далее. Мы заинтересованы, ребята, мы заинтересованы, чтобы нас было там 10 тысяч, чтобы нас было 20 тысяч, чтобы нас было 100 тысяч, потому что только такая сила может что-то менять. Пока нас не так много. Мы хотим, чтобы нас было много. Мы для этого сюда приехали. Мы хотим с вами откровенного разговора. Мы хотим, чтобы вы нам сказали, что вас мучает. Мы не приехали сюда показаться, какие мы хорошие и красивые. Это мы можем сделать сегодня на красной дорожке, когда мы пойдем в оперный театр. Вот да? Сейчас мы будем переходить к вопросам, но я хотел бы, чтобы еще несколько слов, спасибо большое, Валерий, чтобы сказал Владимир. Я знаю, что Владимир много делает в ассоциации, есть много разных вещей, которые удалось уже благодаря его инициативе сделать, и в частности, как вы обвалили эти книги в облику розрахункових операцій, що це ж воно було непохитне. Всем добрый день. Ну, слушая моих товарищей, я понял, в какой классной организации я состою. Еще раз я понял, что я сделал 3 года назад правильный шаг и стал одним из инициаторов этого очень, на мой взгляд, очень хорошего проекта. Что означает, что нужно вступать, через 3 года мы поймем ценность. Вы знаете, ну, 3 года или там, или год, в любом случае, ну, очень много говорили о стартапах, и по большому счету, СУП это тоже был некий стартап, и до сих пор он, мне кажется, таким является. Да что говорить о СУПе, я думаю, что у нас сейчас страна, вся страна стартап большой, да. Поэтому везде важны 3 составляющие. Это идея, это команда и это капитал. Поэтому все эти составляющие, они очень тесно переплетены между собой. И любой бизнес, развитие любого бизнеса, как личности, оно, в общем-то, всегда идет, скажем, всегда очень неожиданным путем. И вам нужно всегда в любой момент иметь или какой-то нетворкинг, или понимать, откуда, скажем, можно получить новую идею, особенно сейчас, когда технологии очень быстро меняются, и каждый раз вы можете столкнуться с какой-то технологией, которая полностью перекроит ваш бизнес. Ну и капитал, конечно, опять же, вопросы инвестиций, вопросы получения кредитов, тоже очень важно для бизнеса. Поэтому это все действительно дает наша площадка, я очень... Мне очень нравится то, что вот Андрей сказал про среду. Я действительно считаю, что СУП, как, в общем-то, наверное, любая организация, это, в общем, своего рода такая открытая платформа для развития идей, нетворкинга и создания различных взаимосвязей. Если говорить конкретно о той инициативе, о которой сказали книга Курова, опять же, это вот очень яркий пример того, что можно сделать вместе и чего тяжело добиться одному. У кого есть магазинчик, там даже самый маленький, знает, что у кого есть кассовый аппарат. Да. Это хорошее замечание. Да, все знают, что нужно заполнять надо было книгу, где записывать все эти чеки. Да. Это обычно делается просто рукой. И, понятно, что это, учитывая, что есть кассовые, скажем так, вот можно по кассе подбить все это, не понимали, зачем это все нужно делать. Но понятно, что кому интересно, любому чиновнику, голос одного бизнесмена или даже самого крупного,
абсолютно, скажем так, был бы неинтересен, и он бы никак не отреагировал. Да, да, да. И только когда это прозвучало от имени, скажем так, всей организации, от сотни бизнесменов, только тогда государство оно начало этот вопрос изучать, и действительно, вот, только благодаря вот такому, скажем, мощному голосу предпринимателя мы смогли добиться отмены этого, на мой взгляд, архаичного вообще, скажем так, действия, так же, как и ТНТ, скажем, ну, так и много всего остального. Ну, я не знаю, на мой взгляд, я бы не концентрировался бы на том, что мы сделали или что мы можем. Я бы, конечно, больше хотел, я на самом деле хотел понять, насколько вообще это вам интересно, и если у вас какие-то вопросы или какая-то боль, которую вы хотели бы услышать. Потому что ну, мы можем очень долго о себе говорить, ну, нам могут задать вопросы, мы можем там, но хотелось бы, конечно, больше послушать вас. Если у вас что-то есть, вы... Наверняка есть, и мы сейчас перейдем, то вы хотели реплику, да? Я просто еще, потому что слово. Туда же, да. В эту же копилку. В эту же копилку, о чем говорил Володя, по поводу того, что мы сделали, очень понятного. Вот, знаете как, из самого свежего наш новоизбранный президент буквально несколько недель назад подписал, отменил указ о знаменитой пятикратке, когда каждый из вас, не знаю, наверное, сталкивался с случаями, когда любой инспектор, приходя, снимал кассу и насчитывал вам пятикратный штраф. Да, платили это или нет? Кто платил за это штраф? Так вот, те, у кого есть кассы, платили много. И вот благодаря усилиям СУПа, например, этот указ был отменен. Поэтому очень много такого вот еще ну, очевидного, то, что мы делаем и то, что мы отыгрываем у власти. То есть теперь кассовый аппарат ставить не страшно. Спасибо большое. Мы перейдем ко второй части нашей встречи. Уже был призыв со стороны нескольких спикеров, и я вас призываю, чтобы мы озвучивали наши вопросы и наши запросы, да, потому что могут быть вопросы, а может быть, вот как раз те боли, о которых говорил Валерий, чтобы услышать, да, но каждый регион, союз работает во всей Украине, но регионы могут иметь свою какую-то специфику, и этот запрос может быть специфичный. Поэтому я приглашаю задавать вопросы. Пока вопросы зреют, Андрей. Я маленькая ремарка. Мы не способны решать вопросы да, на местном уровне. А вот у нас тут там ЖЭК или что-то, у нас вот комиссия, да. Скорее это моменты, которые мы будем решать на законодательном уровне, да, на обобщающие вопросы, которые действительно там касаются, возможно, всех и региона, да, то есть это больше какие вопросы не точечные, потому что мы... Но они же решения, ну как бы вот эти точечные проблемы, они складываются, как вы говорите, обобщаются, и вы можете лоббировать это на уровне там, правительства, условно говоря. Безусловно, можно сказать. И оно потом отражается, все равно возвращается как бы, на места. Да, может, просто у кого-то боль, трубу перекопали и закрыли вход. И, вот, пожалуйста, уважаемый суд, подключайтесь. Валера сказал, будем решать. Будем решать. Мы здесь не агитируем сейчас, да, мы не идем по мажоритарке, поэтому немножко другая. А жаль, потому что был вопрос про бой. Мы можем позвать кого-то, а сейчас мы знаем. Хорошо, спасибо. Вот вопрос я вижу уже первый из нас. Представьте, я попрошу представляться те, кто задает вопрос. Спасибо большое, Снежана Печева, адвокат. Во-первых, очень рада видеть в таком составе. Приятно, что вы настолько открыты и готовы слушать наши вопросы, которые наболевшие. Ну, мне как юриста вот интересует такая вещь, наверное, коллеги больше вопрос. Вы в политике были, вот есть такое понятие, вот как государственно-частное партнерство, да, вот задаются вопросы много, вот и в работе сталкиваются в разных сферах. Почему государство принимает законы, собственно, не принимает во внимание практически и наработки предпринимателей, бизнеса,
почему упрощение, вот оно невозможно изначально, то есть почему государство усложняет жизнь, ну не только предпринимателям, вообще во всех сферах людям, а потом нам, юристам, адвокатам приходится делать очень много работы по кругам различным, ходить для того, чтобы помочь разрешить. Вот как вы с этим сталкивались в вашей работе? Ну, интересен опыт всех участников дискуссии. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Конечно, эту тему можно рассказывать часами, я скажу очень кратко. Две вещи. Первое, это государству, наверное, сегодня это нужно, но тем, кто управляет местными советами, городскими, областными и так далее, это не нужно, в принципе, в частности. Некоторым нужно там, где мэр или губернатор, скажем так, имеет желание что-то изменить у себя в регионе, и он привлекает бизнес для того, чтобы быть партнерами не на словах, не для красного словца, а для того, чтобы действительно иметь программы определенные, чтобы бизнес в этих программах участвовал полноценно и так далее. Как делал я это? Я работал в Киевской области вице-губернатором. У меня раз в неделю была встреча с предпринимателем. Я знал все проблемы территории, я знал все проблемы, что решается, что не решается. Я понимал, что законодательно на верхнем уровне, скажем, нельзя изменить, но я точно понимал, что на местном уровне можно изменить. Мы это делали. Вот и все. Так мы действуем. Как это изменить по-другому? Изменением законодательных актов, чтобы к нам власти не лезли в наши карманы. Точка. Никак по-другому этого не сделаешь. Спасибо. Спасибо. Вот у нас есть вопрос еще. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Александр Дардепол. Я занимаюсь туризмом. Туристическая компания «Хороший отдых». Я типичный представитель маленького бизнеса, который хочет стать большим. И СУП, на мой взгляд, это идеальная платформа, которая может этой цели послужить. Я с 17 лет куча разных общественных организаций состою, но, честно говоря, я в шоке. Это первая организация, которая действительно работает. Я член СУПа с декабря, и мой первый шок заключался в том, когда на почту начал приходить дайджест событий, организованных СУПом, и там просто огромное количество мероприятий. Показательным для меня стало то, что последняя встреча бизнеса прошлого президента и первая встреча с бизнесом нового президента была внутри СУПа. За это огромное спасибо. И показательная инициатива, значит, ну, я обратил внимание, что на Фейсбуке, что СУП, мы сейчас формируем 100 инициатив для нового правительства, да, если не ошибаюсь. Вот для меня очень ценно то, что организация занимается системными шагами, а не вот там трубу какую-то починить или там что-то такое. И пользуясь случаем, я бы хотел высказать наше пожелание. Мы уже успели от нашей отраслевой организации, Украинской ассоциации туристических агентств, дать предложение. Нам нужен новый закон о туризме, потому что старый датирован 95-м годом, когда туризм еще ассоциировался с клетчатыми сумками. Вот. А новый уже фактически готов, но пылиться на полках никак не может быть принят. Вот хотелось бы попросить поспособствовать вот этому. Он очень нужен. В стране 2 200 000 туристов, и каждый год на 30% этот рынок растет. Его надо регулировать. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Так, я маленькую ремарку скажу. Я отвечаю на вопрос предыдущий. Буквально, мне кажется, очень хорошо стыкуется с текущей ремаркой. Ну, вот, вопросом, да. Что касается взаимодействия между бизнесом и государством, если вы помните презентацию, которую Татьяна делала, у нас в составе СУПа, по-моему, есть сколько? 17 комитетов, да? 13. Да, 13 комитетов. Кстати, комитета по туризму, по-моему, нет. Создается. Как раз создается. Вот как раз это один из ответов, как можно системно говорить о тех вопросах и идеях, которые есть у вас. То есть просто, ну, у нас вот каждый комитет, он отраслевой, практически каждый, по-моему, комитет, ну, кроме комитета по налогам, предпринимательства, да, да, но. И можно просто вот аккумулировать внутри комитета любую, скажем так, проблему и уже выходить, скажем, на уровень, скажем так, соответствующего министерства и какой-то рабочей группы. Я вот параллельно, например, возглавляю IT-комитет в СУПе, и, не знаю, там, вот эта инициатива последняя, которая сейчас была об
объявлено Зеленским, это биржа в смартфоне. Создалась целая коалиция электронной державы, куда входит очень много общественных организаций, где суд тоже принимает участие. Поэтому, если у кого-то есть, например, какие-то идеи, в частности, там, с точки зрения там, каких-то технологий, пожалуйста, присоединяйтесь, мы можем через IT-комитет транслировать это, эти все вопросы. Угу. Спасибо, Владимир. Вот во втором ряду, пожалуйста. А вам добро пожаловать в комитет по туризму. Там мы сможем. Всем добрый день. Мое имя Антоний. Я организатор самого крупного сообщества по поиску персонала и поиску работы в Телеграме. Сообщество более 100 тысяч человек, в том числе и для Одессы. Я объявил это сообщество навсегда безоплатное, навсегда без рекламы. Считаю, что это огромный потенциал для развития любого проекта, любого бизнеса на любой стадии. То есть это должно быть безоплатно. И у меня к вам вопрос. Есть ли у вас возможность, или вы поддерживаете ли такую идею, что нетворкинг – это в первую очередь социальная сеть. И ВКонтакте – это также социальная сеть. И я за то, чтобы ее разблокировать для всей территории Украины. Я услышал, что есть возможность еще влиять на локально. Если даже для Одессы это было бы очень перспективно. Кто хочет ответить на этот вопрос? Можно уточняющий вопрос. Вы пробовали это делать? Да, я пробовал. Я отмечаю раз в неделю Зеленского в сторис. И, да. Это можно делать, кстати, всем. Он читает мои сторис, но не отвечает пока. Окей, президент не может отвечать на все сторис, да, то есть это понятно. Скажите, если конкретнее, вы понимаете, как эту проблему решить? И чем суд может быть здесь, скажем так? Вот как вы сказали как раз, что есть прутик, есть целый сноп прутиков, да? И вот я считаю, что именно с такой силой, как объединение, как вот соцсети, которую вы сформировали, можно повлиять на решение такого запрета. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эта сеть, насколько она для Украины, скажем так, не рисковая? Сейчас. Вы что, Бог, Инстаграм? Вы что, в 21 веке живем? Вы формируете соцсеть и говорите, рисковая... Нет, подождите, вы в Телеграме. Тогда. Владелец Телеграма кто? Павел Дуров. Дуров. А кем он был? Владелец ВКонтакте. Так что, чем плохо? Вот и. Ну, то есть, пользуемся Телеграмом. Телеграмма это первое. Не, подождите, сейчас. Вопрос не в этом. Поймите, мы готовы поддержать любую инициативу, но прежде чем ее поддерживать, надо хороший анализ. Не только ваш личный, да? Я приветствую 100 тысяч, классно, да? Бесплатно, тоже классно. Готовы помогать, да? Ну, в этой сети, да? Там. Но вопрос другой. Надо проанализировать, как Валерий сказал, риски, да, и это действительно надо сделать командой и юристов, и айтишников, и так далее, чтобы понять, надо ли это. Ну вот вам это надо, ну вы так считаете, да, а может оказаться 99 экспертов, которые скажут, что это не надо. Начнем с китов и со всех остальных, да? Спасибо. Нет, я думаю, что можете провести такой вопрос, если хотите во время нетворкинга. Я думаю, что Вячеслав Макасинович... Можно я добавлю? Да. Смотрите, вот у нас действительно есть сейчас опрос о, ну там, условно, 10 запросов от бизнеса. Mm-hmm. Вот на самом деле это же канал, который создан для того, чтобы, ну по сути опрос такой, да, для того, чтобы понять, это болит у всех или это у вас болит. Вот эти 10 наших основных требований, они же сформированы, ну, не нами. Это статистика. И мы взяли просто 10 наиболее сейчас часто цитируемых бизнесов запросов. Поэтому давайте попробуйте это сделать, вот, донести до супа, что это болит. А как это сделать? Вот технически это голосовалка какая-то? Так, мы сейчас это сделали голосовалку. Анкета. Это анкета на сайте СУ.
На сайте суд. Да. Да. И, ну, а по сути, теперь это об этом часто. А что касается второго, точнее, глобально, смотрите, конечно, суд выступает за минимизацию любого рода ограничений. Да? Что такое либеральная экономика? Это либеральная экономика, это когда, по сути, что не запрещено, то можно. Да? Поэтому там, мой взгляд как бизнесмена, если мы что-то запрещаем, это, ну, в любом случае как бы какие-то сложности у бизнеса или у потребителя начнутся. Другой вопрос, что, наверное, там, в случае с контактом, ВКонтакте, там, ну, надо понимать там, причины, по которым его запрещали. Там, мы, они не экономические. Мы живем, да, в воюющей стране. Да, спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста, вот вопрос. Пока вопрос звучит, действительно, как со стороны, выглядит, вроде бы мы только что были открыты и готовы были поддержать. А сейчас немножко ограничились общими фразами, да, по поводу ВКонтакте. Здесь я скажу, есть две вещи. Да. Все-таки тема ВКонтакте – это тема в определенной степени политическая, да, и это вопрос безопасности государства. Возможно, эта тема надумана. Да, сейчас сказать с наших мест о том, что давайте мы поддержим эту инициативу, не хочется быть ретроградами, и с другой стороны, это, да, есть наша валюта. Это наша безопасность, наша в определенной степени стратегическая вещь. Поэтому я согласен с коллегами о том, что, возможно, это было надумано. Но если так, значит, будем бороться. Но действительно, все нужно взвесить. Не хочется сейчас взять, отфутболить и сказать, да, все, 20 тысяч экспертов, да, и потопить эту идею. Просто потому что она такая сложная, ее лучше не касаться. Да, неприкасаемость, считаю, идеи там быть не должно. Просто нужно откровенно и смело смотреть даже на самые сложные вещи. Спасибо, Андрей. Пожалуйста, ваш вопрос. Я хочу сказать, что Кобылянский Станислав, Инновационная палата Украины, вице-президент. Я хочу сказать два слова в пользу Сухого первых. Значит, это действительно одна из немногих организаций, действительно, которая может влиять и на власть, и на законодательство в Украине. И это действительно посвящено их действиями, с одной стороны. То есть это действенная организация. Второе, действительно, это может быть единственная уникальная организация, которая основана вот на том, что вы сказали. То есть это люди, которые создали сами себя, которые ничего нигде не взяли с бюджета, прежде чем стать вот теми предпринимателями. То есть это, я считаю, уникально. Поэтому более доверительно и так далее. У меня к вам вопрос такой вот единственный. Смотрите, у нас как бы собрались люди в суде, которые понимают государственную политику, и мало того, они ее и где-то стараются как бы диктовать и подсказывать. Значит, вот у нас все высокоразвитые страны, в принципе, идут по инновационному пути развития. Значит, так как у вас уже люди достигли значительных успехов в бизнесе, многие из них уже и в промышленности есть, промышленники, мне бы вот хотелось поставить такой вопрос. Как вы смотрите, есть ли у вас программы или стратегия развития инновационной Украины? Сейчас вот мне сказали, что есть закон, проект закона выставлен на кабинете министра там, по программе инновационного развития Украины. Значит, вы ее смотрели, нет, внесли ли свои какие-то поправки, хотелось вообще видение видеть вот будущее Украины в этом плане. Спасибо. Относительно видения. Смотрите, ну, во-первых, насколько я знаю, новоизбранный президент даже воссоздает комитет по инновациям. Насколько я знаю, и его возглавил господин Арханья, Давид, да, такой достаточно яркий... Дэвид Браун. Или Арханья, или Браун, это одно и то же. Поэтому мне кажется, да, и Володя говорил сейчас о цифровой державе, поэтому мне кажется, что ну, вопрос, как бы он на повестку поставлен властью, по крайней мере.
понимаете, цифровая держава, вот, извините, что я перебил вас, цифровая это хорошо, инновации в IT-технологиях хорошо, но это одно из узких направлений, это, собственно, ну, обслуживающее тоже IT. Спасибо, понимаете? Спасибо, да, я просто призываю, чтобы не я имею в виду в промышленном развитии, вот, инновационное развитие новой промышленности. Смотрите, ну, знаете как, может я отвечу достаточно тривиально, но бизнес каждого из нас является лидерами в своих индустриях, в том числе потому, что мы ну, главные потребители и создатели в инновациях, да, иначе мы бы вылетели с рынка, если говорить уже о промышленности, потому что ну, я не один раз бывал на заводах Андрея Здесенко, то поверьте мне, это, ну, это такой набор инноваций, что может быть SpaceX отдыхает. Стратегия ваша. Да, поэтому смотрите, поскольку у власти это уже есть на радарах, будем туда включаться. То, что инновация это не только об IT, абсолютно с вами согласен, тоже будем услышали вас. Это скорее не вопрос, а пожелание нам. Готово? Спасибо. 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 Валерий, вы хотели добавить что-то или... Нет? Да, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо. Добрый день, спасибо большое. Григорий, адвокат. У меня вопрос, возможно, в некоторой части провокационный, но во время спича одного из... Ну, наконец! Да, да, да. Дождались. По поводу отмены пятикратного размера штрафа, да, и тут прозвучал такой некоторый смех из серии штраф. С какой штраф? В смысле, в пятикратном размере. Да. В связи с этим вопрос, который состоит из двух частей. И небольшое такое предыстория. Обслуживая бизнес на протяжении многих лет, я всем своим клиентам не устаю повторять, что чем чаще ты даешь взятки, тем больше тебе садятся на шею. Но бизнес, особенно мелкий, сталкивается с проблемой эффективности. Любой бизнес оценивает риски и результаты. И, к сожалению, очень многие клиенты приходят к выводу, что не стоит идти в суд, не стоит писать жалобу, потому что это долго, это затратно, и, возможно, результата не будет. И они соглашаются давать взятки. Большие, небольшие – это другой вопрос. И не у всех есть такие ресурсы, как у биосферы и новой почты, в том числе медийные, для того, чтобы с этим бороться. В связи с этим вопрос такой. В какой момент развития вашей компании или объема вашей компании вы пришли к выводу, что надо бороться, бить по рукам и не идти на поводу государственных органов? Это первый вопрос. И второй с точки зрения СУПа. Есть ли уже или вот-вот будет положительная практика привлечения чиновников к персональной ответственности за давление на бизнес? Потому что на сегодняшний день ситуация выглядит так. Чиновнику, проверяющему, ничего не стоит выписать штраф. Но бизнес несет колоссальные убытки для того, чтобы обжаловать и доказать, что он не дурак или не трамвай, как по-разному говорят. Спасибо. В связи с этим вопросом. Спасибо. Смотрите, я начну с позволения коллеги. Начну со второго вопроса. Смотрите, этот вопрос, персональная ответственность чиновника за затруднение в работе бизнеса у нас есть в наших топ-требованиях. Там Таня сейчас, может быть, добавит более подробно, в какой сейчас это стадии, да, в какой стадии этот законопроект. Давайте, чтобы я уже, Таня, если можно. Я очень коротко. У нас есть разработанный законопроект про персональную ответственность чиновников. Это административная ответственность в случае, если этот акт был отменен. Также там предусмотрено автоматическое прекращение полномочий этого чиновника по проверкам в случае, если я не ошибаюсь, там вот было 20 актов отменено. Возможно, в цифре нужно проверить, но энное количество актов, если было отменено, то он автоматически не может далее заниматься этой деятельностью. Спасибо. Поэтому ждем новую Верховную Раду, а с вами готовы поделиться как с адвокатом, что мы написали, может быть, вы что-то добавите. И что касается первого вопроса, смотрите, ну, когда появились силы ну, огрызаться, да, или сопротивляться,
На самом деле это вопрос тоже про эффективность бизнеса. Потому что чем ты сильнее, тем больше у тебя возможности отбиваться. Но сильнее ты тем, чем более ты эффективен. Когда в разных аудиториях мне задают вопрос, мы не можем, например, платить налоги, потому что у нас бизнеса не будет, поэтому мы не платим налоги. То есть, с одной стороны, конечно, лучше серый бизнес, чем мертвый бизнес. Как бы, да, с одной стороны. Но я всегда там отвечаю на этот вопрос следующим образом. Смотрите, мы стали частью глобальной экономики. Каждый украинец, большинство, сделал такой выбор. Да? Мы теперь глобальная экономика. Одним из составляющих этого выбора является выбор того, что мы открылись для глобальной конкуренции. Для глобальной конкуренции. И теперь каждому предпринимателю Украины нужно понимать, что ему нужно бояться не налогового инспектора или налогового милиционера, который придет и там наложит какой-то штраф, а он даст взятку и вроде бы как выскочит. Друзья мои, через год или через два, или через пять придет Амазон. Он уже пришел. Он уже пришел. Или придет Алибаба, или придет лидер мировой в каждой из наших индустрий. И это будет спрос, не отстегнешь, чтобы выжить. Бизнес, который не будет готов к этой войне, будет сметен не чиновником, а чистой открытой конкуренцией. Поэтому нет страны, в которой нет налогов. Мы будем бороться за то, чтобы налоги снижались. Но если бизнес-модель предприятия состоит в том, чтобы не платить налоги, то такой компании жизни на несколько лет, пока сюда не придут мировые гиганты, которые, поверьте мне, своей эффективностью будут побеждать. Вот к какой войне нужно готовиться. Спасибо. Скажите, у нас время на один вопрос, пожалуйста. Я пришел, поднимал, как непонятно. Дмитрий Пасечник, техподдержка «Фасилити Менеджмент». Я хотел бы немножко конкретизировать. Мне кажется, что не совсем в тему вы ответили, да? То есть вопрос был в чем? Мы сами лично с этим сталкиваемся, да? Вопрос вот есть, допустим, судебный спор. В результате, ну, как мне видится, да, вот в цивилизованном мире должно быть так. Если ты этот судебный спор выигрываешь, то проигравшая сторона компенсирует все твои потери, которые были осуществлены тобой в результате как бы, этой судебной борьбы. Да? В наших реалиях этого не происходит. По ряду там технических причин. Ну, первое. Ну, например, госпошлина не возвращается в объеме больше 50 тысяч. Я не знаю, сталкивался с этим кто-то или не сталкивался, да? Но в реале она не возвращается. Мы имеем судебный спор, мы платим, допустим, 100 тысяч госпошлины, выигрываем суд, 50 тысяч максимум. То же самое с адвокатскими издержками, да, то есть, по сути, суды не компенсируют, и вот, наверное, вот больше про это был вопрос, да, то есть, грубо говоря... Принимается, услышали, да. тоже это учтем, вопрос понятен. Спасибо. Тогда еще у нас буквально 3 минуты, если ваш вопрос звучит коротко, это короткий ответ. Владимир, закончить без 1 минуты. Владимир Кириллович, основатель Южного центра развития туризма, профессионально занимается развитием туризма как отрасли. Лет 20 как белый ворон. Нахожусь на этом рынке теневом. Вот. Поэтому, с другой стороны, Южный центр развития туризма с 2013 года работает в Китае. Каждый деловой совет при торговой палате в работе с этой страной. И вот пришел сюда пригласить вас в сотрудничество. Моя инициатива поддержана проведение в городе Южном делового совета. Вот. Господин Кубев, 500 человек, возможно, кто-то из вас в Шанхае были, но там в Китае они работают с очень крупными компаниями, а там 300 миллионов предпринимателей, чтобы понимали. И поэтому они подавили тех, и они не могут выйти. Поэтому вот город Южный, имея побратима города Китая,
сегодня будет готовить встречу и принимать мелкие компании китайские. Поэтому вот идея в этом заключается. Если это для вас не сложно и не боязно, приглашаем сотрудничество. С другой стороны, естественно, получаю возможность участия в этой уникальной организации, чтобы передать опыт по созданию, как я понял, комитета по туризму. Значит, что в Южном Китайской стороне мы что предлагаем? Значит, 4 проекта. Несостоявшийся проект Черноморская Марина, проект Нижнего. Просто если у вас есть, я прошу прощения, если у вас есть вопрос к спикерам, то да. Хорошо. А если все остальное, извините, пожалуйста, просто действительно. Предложение принимается, и в Южный вот Александр этим займется, и с удовольствием. Сейчас будет возможность. Есть пакет проектов, который вы готовы нам передать для того, чтобы мы. Да, он подан на межгосударственное соглашение. Да. Сейчас у нас будет некоторая часть. Уважаемые коллеги, благодарю вас за участие. У нас, к сожалению, действительно некий тайминг, и коллеги. Это очень плотный такой график режима, но. Да. Возможно, у кого-то есть предложение для СОПа, которое вы хотели бы озвучить. Да, то есть предложение. Что бы вы предложили, чтобы суд был эффективнее? Или что бы вы, вот какие-то конкретика какая-то возможно? Если есть, озвучьте. Нет, у нас просто... Нет, Мое предложение такое. Просто два человека должны покинуть буквально через 60-90 секунд. Мы можем отпроситься, вы возьмете нас сюда и сюда. Мы возьмем вот видите, вот это настоящий суп и партнерство. Да. Но у нас есть еще запланировано практическое упражнение в одной из ценностей суп, которое называется «Нетворк». И этажом ниже, вот так по диагонали, этажом ниже, напротив, в зале «Мадрид», сейчас приготовлено небольшое угощение, и мы приглашаем всех переместиться туда для более...